Здравия желаю. Сегодня вот модернизировал печку на зиму. Мини-печка. Притронуться нельзя. То есть потребляет 44 ватта, а горячая на 2 киловатта. Как она состоит из чего? Короб применился. Применяется от старого компьютера. Так. И внутри сейчас. Внутри применяем, видите, отражатель. Отражатель. То есть жар идет. Большой жар от отражателя. От лампочки отражает. От прожектора отражатель. Накрывается крышкой. Так вот. Во. Все. И греет капитально. Выходит и отсюда с ребер тепло. И сверху горячее. Притронуться нельзя. Ай. Сейчас закрою. Так. О. Закрыли. Ай. Вот эта верхняя поверхность. Градусов 100, наверное. Не меньше. И больше. И боковушки вот эти вот греют. То есть отсюда и выходит жар. Но самое главное, обогрев вот сверху. То есть это можно применять на зиму. Не замерзнешь. Расход 44 ватта всего. А тепла на 2 киловатта дает. Притронуться нельзя. За счет отражателя, за счет короба. Лампочка на 50 ватт, 24 вольта внутри. Включается выпрямитель на 76 ватт, но берет только 44 ватта. Вот он, Philips. 24 вольта, 76 ватт, Philips.